Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Из раздела подводим итоги. Запишем формулу для вычисления площади фигуры, изображенной на рисунке 7.19. Для этого разделим фигуру на квадрат и прямоугольник. А квадрат – это площадь квадрата со стороной А. XY – площадь прямоугольника со стороной XY. А квадрат. Прибавить XY – это будет площадь данной фигуры. S равно А квадрат плюс XY. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.